Гражданка Конго осталась в Астане с просроченной визой и с грудным ребенком. Моника Камганза приехала в Казахстан во время выставки «Экспо». Она познакомилась с мужчиной, но потом они расстались. Женщина ждала от него ребенка. Виза Моники истекла в марте. О том, что ее нужно продлевать, женщина не знала. Таким образом, гражданка Конго осталась без денег и места жительства. Затруднила ситуацию то, что Моника знает только французский язык. Инспекция по делам несовершеннолетних направила зарубежную гостью в Центр социально-правовой поддержки. Его работники помогли появиться на свет ребенку. Если сейчас миграционная полиция поставит ей депорт за нарушение визового режима, то никто не сможет оплатить ей ее дорогу. Это очень большая стоимость, у нее нет денег. Сама она просит, чтобы мы ей помогли остаться в Казахстане. У нее есть только два варианта. Это получение вида на жительство, но для этого нужно иметь 3 миллиона тенге на счету. Вот, к сожалению, денег таких нет, либо получить статус беженца, что очень сложно, и получится у нас это или нет, мы сказать не можем.